ночь на 26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской атомной станции. Из разрушенного реактора шел выброс в атмосферу опасных радиоактивных элементов. Непригодной для жизни могла стать большая часть Европы. Секретно. 26 апреля 1986 года. Киев. Решение правительственной комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В первую очередь создать над кратером реактора защитный слой из песка, доломита, бора и свинца. Для этой цели использовать вертолеты военной авиации. Срок исполнения немедленно. Председатель комиссии Борис Щербина. По тревоге были подняты 5 вертолетных полков. Но первыми вызвали экипажи из 344-го центра боевого применения вертолетов из города Торжок, поскольку только там разрабатывались методы использования вертолетов. Экипаж Владимира Просолова первым вылетел на разведку реактора. Уже над реактором все члены экипажа почувствовали незначительное жжение лица, налет на губах. То есть чувствовалось, что что-то происходит не то, к чему мы привыкли в нашей жизни. Просолов вызвал вертолеты со смесью свинца и песка. Началась засыпка реактора. Следом за вертолетами Торжокского центра десятки машин военно-транспортной авиации ссыпали изолирующую смесь. Загружались песком, и с режима висения лебедкой открывались створки контейнера, и мешки с песком падали в реактор. Через открытый люк экипажи подвергались сильному облучению. К вечеру специалисты из Торжка разработали новый прием – засыпать груз в купола десантных парашютов и отцеплять их над реактором. В ночь на 30 апреля была распространена методика, по которой вертолеты боевых частей конвейером начали закрывать кратер. Летчики через 2-3 дня уже оказывались в Центральном военно-клиническом авиационном госпитале. И шла простая фиксация, как мы говорим, боевой нормы – 25 рентген. Но кто насколько на самом деле, как говорится, был облучен. Поэтому жизнь, конечно, потом расставила свои все точки над «и». К вечеру 1 мая активная зона реактора была закрыта. Выброс сократился в десятки раз. В решающий для судьбы всего мира момент, когда тысячи смертельных доз радиации каждую секунду выбрасывались в воздух, командование смогло бросить на ликвидацию аварию единственное в стране подразделение, которое в считанные часы смогло перекрыть жерло реактора. Наш фильм посвящен 344-му ЦБП, уникальному центру боевого применения вертолетов. Вы узнаете способы использования оружия, о которых не догадывались даже его разработчики. Мы расскажем, как ведется современный вертолетный бой, как избежать попадания «Стингера» и как летать в абсолютной темноте. Полет «Беркута». Конец 50-х годов. Страна Советов живет надеждами на светлое будущее. Ликование вызывает успехи в освоении космоса, которые были связаны со стремительным ростом ракетно-ядерного потенциала. Стратегический курс советского руководства на развитие ракетной техники привел к сокращению надводного флота и боевой авиации. Особенно пострадали вертолетные войска, поскольку военные специалисты не видели перспектив их боевого применения. Но к середине 60-х, с началом Вьетнамской войны, положение радикально изменилось. Американцы построили несколько классов вертолетов, которые наносили удары по наземным целям, выбрасывали десанты в горах и джунглях, быстро эвакуировали раненых. Аэромобильные соединения оказались способны резко изменять обстановку на поле боя. Секретно. 6 мая 1972 года. Москва. Начальнику главного бронетанкового управления Министерства обороны СССР генерал-полковнику Юрию Потапову. Неудача совместного наступления армии Демократической Республики Вьетнам и отрядов Национального фронта освобождения Южного Вьетнама на стратегические позиции американцев обусловлена применением вертолетов «Ю-Кобра», оснащенных противотанковыми ракетами «Тоу». До 80% потерь в бронетехнике вьетнамские товарищи понесли именно от вертолетов. Старшей группой советских военных советников в Демократической Республике Вьетнам генерал-майор Николай Максименко. США оказались лидерами в одном из важнейших видов вооружений. С
Советское военное руководство приняло экстренные меры, чтобы догнать потенциального противника. Ежегодно формировалось от 2 до 3 вертолетных полков. В случае перерастания холодной войны в открытый конфликт, главным театром военных действий неминуемо становилась Европа. В странах Варшавского договора развертывались вертолетные дивизии, которые должны были взаимодействовать с советскими танковыми армиями. Наше направление было Италия, Австрия, да, и Германия. Вот. Мы должны были выбрасывать специальных ребят десантно-штурмовых, захватывать плацдармы. Бурный рост вертолетной авиации создал проблему. Молодые пилоты не обладали боевыми навыками. Был необходим единый центр для исследования пилотажных свойств вертолетов и передачи опыта пилотам строевых частей. 1 ноября 1979 года в Торжке была создана особая воинская часть – 344-й центр боевого применения вертолетной авиации. В нее направили лучших мастеров пилотажа и научные кадры со всей страны. Основанный в IX веке, Торжок был ключевым пунктом торговли между Северной и Центральной Русью. Город захватывали и сжигали 28 раз, но всякий раз он возрождался. Героическая оборона Торжка заставила хана Батыя отказаться от похода на Новгород и повернуть на юг. Через Торжок пролег путь из Петербурга в Москву. В городе останавливались все выдающиеся личности XIX века. Родина знаменитого архитектора Львова. Сегодня Торжок известен единственным сохранившимся в России златошвейным промыслом и пожарскими котлетами, воспетыми еще Пушкиным. Торжок выбрали не случайно. Здесь базировался 696-й отдельный вертолетный полк, который выполнял особые задачи. На его базе обучались летчики из дружественных стран. Пилоты полка привлекались к поиску спускаемых космических аппаратов и участвовали в грандиозных авиапарадах 60-х. Был такой генерал Новицкий, который командовал армейской авиацией еще в составе ВВС в те дремучие годы, когда все это зарождалось. И когда появилась вот эта необходимость создать центр, у него не было другого варианта, как создать его там, где он был командиром полка. Первые полгода после ввода советских войск в Афганистан противодействия вертолетам не было. Но при полетах в горах произошла серия неожиданных катастроф. С этими проблемами мы столкнулись в основном, когда началась эстафета Афганистана. То есть, когда приходилось летчикам армейской авиации работать в условиях высокогорья и в условиях повышенных температур. Значит, до этого как-то вот в умеренном климате эти проблемы не всплывали. На высотных режимах полета Ми-24 между хвостовой балкой и винтом иногда образуется разреженное пространство, отчего нос вертолета начинает подниматься. Стандартная реакция пилота – наклонить винт вперед. Это лишь увеличивает разреженное пространство сзади и образует впереди уплотнение воздушного потока, ускоряя подъем. Это опасное явление летчики назвали подхватом. При подхвате вертолет начинает резко задирать нос, а ручку управления обычно заклинивает. Нормальная реакция летчика – попытаться отдать ручку от себя. Но от этого вертолет, как говорится, встает на дыбы и падает. Специалисты Центра боевого применения совместно с КБ «Миля» разработали собственный метод выхода из подхвата, который, в принципе, противоречит нормальным реакциям летчиков, наработанным годами. Для этого нужно просто оставить ручку управления в покое и чуть-чуть опустить рычаг шаг газа. Вертолет снова становится управляемым. Этот простой, на первый взгляд, способ сохранил жизни сотням летчиков. На трибунах становится тише, тает быстро. Когда снимались эти кадры, в афганских горах уже началась партизанская война. У маджахедов появились тяжелые пулеметы. Специалисты центра предложили тактику низкого полета. Пулеметчики не успевали прицелиться в вертолет. Подобная тактика требовала высокого уровня мастерства пилотов, который было сложно поднять за 2 месяца стажировки в Торжке. В центре разработали систему поэтапного обучения «Эстафета». Сначала пилотов учили воевать в Торжке. Месяц у нас, или два даже, шли занятия, конспекты, все как положено, зачеты, экзамены. Потом полеты. Влетывались мы с нуля
до полного изучения всех особенностей, да. Мы стреляли, бомбили комплексно. Ночью у нас даже упражнения такие были, не знаю, кто разработал, по-моему, ребята с этого центра. Когда пара вертолетов ночью разгоняется, кабрирует, стреляет ракетами световыми, подсвечивает все цели, потом пикирует, переключает на другие блоки, стреляем. В выводе из пикирования из пулемета, то есть, ну, комплекс был полный. Я скажу, это было сильно, сильно. Летчики отправлялись в свои части получать вертолеты, приспособленные для полета в горах. Там технические специалисты переучивали экипажи на новую матчасть. Только освоив технику, летчики перелетали на ней в Среднюю Азию. Существовал такой специальный центр горной подготовки авиации, армейской авиации в городе Черчаке, ныне зарубежном. Вот. Там нас учили летать на высокогорной площадке, стреляли мы там на горном полигоне с отворотом там в узких ущельях. Возглавлял центр в Черчаке Борис Воробьев. Он лично принимал экзамены у пополнения перед отправкой в Афганистан. В 81-м году у душманов появились переносные зенитные комплексы «Редай» высотой поражения до 2 километров. По настоянию центра высоту полетов подняли выше 2000 метров. Так летали в течение 5 лет. Но все изменилось в один день. 29 сентября 1986 года. Пакистан. Равалпинди. Бригадному генералу Мухаммаду Юсуфу, начальнику афганского отдела военной разведки Пакистана. Из отчета командира группы маджахедов. 4 дня назад моя группа первой применила «Стингер» вблизи русского аэродрома в Джалалабаде. Двумя залпами выпущено 5 ракет. Сбито 3 вертолета Ми-24. Одна ракета прошла мимо цели, так как вертолет успел приземлиться. Еще одна не сработала и упала рядом с нами. Чтобы она не попала к русским, мы разбили ее камнями. Командир группы инженер Гафар. Хотя в тот день реальные потери составили один Ми-24 и один Ми-8, первое применение «Стингера» продемонстрировало страшную силу этого оружия, поражавшего цели на высоте до 5 километров. Были испробованы десятки способов защиты вертолетов от попадания «Стингера». Отстрел термических ловушек, противоракетные маневры. Но за 3 последних месяца 1986 года было потеряно 23 вертолета, больше, чем за весь предыдущий год. Командование поставило центру задачу – срочно найти выход из тупика. Изучив особенности пусков «Стингеров», специалисты центра обратили внимание, что ракета начинает поиск цели на высоте около 30 метров. И предложили вновь вернуться к полетам на высоте 15 метров на больших скоростях с огибанием рельефа. Так рождался знаменитый афганский стиль полетов. По мне лично, 2 раза пускали «Стингер» и 2 раза удавалось уходить. Уходить, потому что мы летали на предельно малых высотах. Реакция была хорошая, молодецкая, да. Отстреливали ловушки термические. Как-то получалось. То есть потерь у нас боевых, в общем-то, не было. Вот в нашем подразделении, по крайней мере. «Стингеры» доставлялись в Афганистан караванами машин вместе с другим оружием. Советские вертолетчики устраивали за ними настоящую охоту. Ну, эти караваны, как говорится, очень много демаскирующих признаков, в первую очередь, пыль. Они видны далеко, с расстояния 20-30 километров, и перехват их не представляет никакой абсолютной сложности. Караваны стали передвигаться по ночам, но вертолетчики находили их по свету фар. Маджахеды стали ездить с выключенными фарами. Ложился один дух на крыло, поджигал факел, и таким образом перемещались. Естественно, скорость передвижения становилась меньше, но с воздуха различить это пожар, или это двигается какое-то средство с этой высоты, из-за малой скорости передвижения, значит, становилось, ну, крайне тяжело. Специалисты из «Торжка» нашли выход и из этой ситуации, используя ракеты «Воздух-воздух». Оказалось, их самонаводящиеся головки могли обнаруживать не только струю из сопла самолета, но и разогретые моторы автомашин. Если тебе подтвердили, что там своих нет, а тебе нужно поражать противника, включаешь ракету, загорается лампочка, загорается зуммер, значит, головка захватила. Все. Что ты с факелом, что ты без факела едешь, хоть ты стоишь. Если ты запустился, значит, ты подвержен
То есть возможность, то, что по тебе нанесут удар, высокая вероятность. Ночной бой стал основной формой ведения войны в Афганистане. Наземные войска остро нуждались в круглосуточной поддержке с воздуха. В принципе, вертолет мог летать в полной темноте, но с включенными фарами и по хорошо изученному маршруту. Теперь военное руководство поставило перед летчиками абсолютно новую задачу – научиться летать в полной темноте и над неизвестной территорией. Но первый опыт полетов с обычными армейскими очками ночного видения оказался неудачным. Все приборы в кабине светились слишком ярко. Тогда кнопки и сигнальные лампы летчики стали заклеивать обычной изолентой, оставляя лишь узкие щелочки. А в конструкторские бюро из ЦБП ушли задания изготовить очки ночного видения для пилотов, приборные доски с приглушенным светом и новые стекла кабины, не дающие бликов. К концу афганской войны затемненные кабины и летные очки для ночных полетов были приняты на вооружение. Но окончательно решить проблему не удалось. Требовались приборы ночного видения нового поколения. Опыт Афганистана вывел российскую школу пилотирования вертолетов в мировые лидеры. Но для советской армии приоритетным оставалось западное направление, где вертолетные части выполняли особую миссию. Неся дежурство в Германии, мы реально был у нас мой однокурсник, будем говорить так, однополчанин, перехватил, посадил, принудил посадки, легкомоторный самолет. Ну, к сожалению, да, как курьез поп оказался, который летел в Берлин, да, и заявка его не прошла. Вскоре еще один курьез стал мировой сенсацией. По иронии судьбы, 28 мая 1987 года самолет Матиоса Руста пролетел недалеко от Торжка, но приказа на его перехват не было. Перелет Руста обострил и без того тревожную обстановку. Все чаще советские и американские вертолеты зависали друг против друга по разные стороны границы ГДР. И мы, хотя и не хотя, не проще, ну как мальчишка озорной, да, с той стороны и с той стороны, начинали ввязываться в то, что как бы не подраться, да? Ну вот эти, ну это называлось в маневрировании, да, в провокации друг на друга, что кто кого атакует, кто не позволяет себе атаковать, так? И поэтому эти иногда провокации заканчивались плохо, и одна из них у нас закончилась тем, что наш экипаж себе обрубил балку и погиб. Хотя вертолеты использовались военными уже 40 лет, только в конце 80-х стало ясно, что бой между ними возможен. Но тактики ведения подобных боев не было. И тогда в 344-м центре вспомнили давно забытый прием. Ведение воздушных боев, воздушного боя, во многом впитало в себя тактику ведения нашими истребителями периода Великой Отечественной войны воздушных боев. Поскольку примерно тот же самый диапазон скоростей. На основе опыта Великой Отечественной в Торжке началась разработка приемов тактического маневрирования и стрельбы по воздушным целям. Воздушный бой на вертолетах, он более решителен и пагубен тем, что вертолеты не разойдутся. Они выйдут обязательно на режим малых скоростей друг против друга. И кто пока кто-то кого не завалит. Вот этим, потому что убежать невозможно. Секретно. 12 сентября 1987 года. Москва. Начальнику ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал-полковнику Евгению Тимохину. Фирма «Боинг» около двух лет ведет разработку новой версии вертолета «Апач». Для ведения маневренного воздушного боя вариант «Браво» имеет больший размах крыла и двигателей увеличенной мощности. Предусмотрена установка ракет класса «Воздух-воздух» «Сайдвиндер» на внешней подвеске. Военно-воздушный атташе СССР в Вашингтоне – полковник Анатолий Мазуркевич. Из полученной информации следовало, что американцы готовятся к вертолетным боям. На фирмах «Миль» и «Камов» уже взлетали прототипы машин, превосходящие «Апачи». Но эксперты центра понимали, что до их поступления в войска пройдут годы. Только превосходство в тактике могло компенсировать техническое отставание. Вы впервые видите недавно рассекреченные кадры из учебного фильма, снятого в 344-м центре. Для успешного ведения воздушного боя летчику необходимо максимально использовать боевые возможности своего вертолета
и учитывать маневренные характеристики вертолетов вероятного противника. В воздушном бою необходима слетанность строя. Но в случае ракетной атаки надо совершать быстрый маневр ухода. Усложнившаяся тактика боя потребовала разработки группового высшего пилотажа. У начальника центра Бориса Воробьева и его заместителя Евгения Игнатова появилась мысль собрать из лучших инструкторов пилотажную группу, позже получившую название «Беркуты». Ну, это такие уже в возрасте подполковники, это порядка 30 там, лет, с хорошим опытом эксплуатации, прошедшие в основном и Афганистан. Я был назначен ведущим, и потом в этой ипостаси пролетал больше 10 лет. «Беркутам» рукоплескали авиасалоны. В их состав вводилось все больше машин разных типов. Так еще не летала ни одна пилотажная группа в мире. На успехи центра обратило внимание руководство страны, решившее использовать их для поднятия имиджа державы. В 91 году центр в Торжке получил необычное задание – подготовить вертолет и особый экипаж к перелету в Америку. Маршрут рекордного перелета из Торжка в Майами проходил через Аляску. По этой трассе во время войны американские истребители перегонялись в Россию. 28 тысяч километров. Прежде на вертолетах так далеко не летал никто. Каково же было удивление американцев, когда они увидели в кабинах этого вертолета женщин-пилотов. Еще большее изумление у них вызвал тот факт, что одной из них было 58, а другой 60 лет. Этот вертолет планировали продать с аукциона во Флориде, а на вырученные деньги поддержать ветеранов российской авиации. Но американцы, уже закупившие несколько Ми-24 в Восточной Европе, не проявили интереса к этой машине. Сегодня специалисты ЦБП рады, что продажа не состоялась. Вертолет, ставший легендой российской авиации, остался на своей родине, в Торжке. Ми-24 стал на вечную стоянку в музее части. Созданный еще в 89 году, музей остается единственным в наших вооруженных силах, где собрано большинство типов вертолетов, освоенных летчиками армейской авиации. В начале 90-х Михаил Горбачев провозгласил политику открытости общества. Советские граждане получили возможность свободно ездить за рубеж. СССР активно включился в международные программы, в том числе заключил соглашение об отправке контингента в состав войск ООН. Войска ООН созданы в 1950 году. Воспользовавшись тем, что Советский Союз из-за войны в Корее игнорировал заседание Совета Безопасности ООН, США провели решение о создании вооруженных сил Организации Объединенных Наций. Контингенты 16 стран под флагом ООН воевали в Корее на стороне США. В конце 50-х годов статус войск ООН изменился. Голубые каски стали осуществлять миротворческие миссии. С 1974 года советские военные участвовали в миссиях ООН только в качестве наблюдателей. Сегодня «Голубые каски» находятся в 16 странах. В 92 году первыми в войска ООН были направлены вертолеты центра в Торжке. Из-за отсутствия у военного руководства опыта подобных операций, контракты для наших пилотов были составлены самым невыгодным образом. Поэтому на наиболее опасные задания командование сил ООН стало посылать именно российский экипаж. Начальник миссии Джо Ворон. Поэтому любимая песня, которую мы спели, это была песня про «Черный ворон». Это ассоциация. Ну, я не знаю, что это, или его служебная, как говорится, амбиции. Только эта миссия авиационная несет патрулирование не только днем, а круглосуточно. Нашим экипажам пришлось летать днем и ночью. Техника не выдерживала нагрузки. Однажды ночью у вертолета отказал один из моторов. Майор Соколов. С дальней границы, это у него 2:30, у него произошел отказ двигателя, но, правда, на высоте 2:30 он успел набрать высоту, и вот он 2:30 шел на одном двигателе. Дошел нормально, произвел посадку, ну, после чего, конечно, пришлось снимать и этот двигатель, поскольку максимум, что можно на этом режиме, работать, это 2 часа.
В начале 90-х закрылись центры подготовки пилотов бывших советских республик. 344-й центр остался единственным в России. Но и над ним нависла угроза закрытия. Начальник центра, лучший пилот России Борис Алексеевич Воробьев, всеми силами боролся за его сохранение. В те годы главной проблемой авиации, в том числе и вертолетного центра в Торжке, была нехватка керосина. И тут пригодились прежние наработки. Полностью перестали поставлять керосин, значит, вся боевая подготовка свернулась, и мы нашли это средство за счет заказчика, то есть центр тогда, он сохранял свою боевую готовность на высочайшем уровне за счет применения авиации на внутреннем рынке, и в том числе потом вышли на зарубеж, уже по ООНовским контрактам центр направлял летчикам. Тогда же, кстати, курсы английского языка первым в Торжке организовали, первых летчиков подготовили, чтобы не говорили, что русские, они там вообще ничего, двух слов связать не могут. Борис Воробьев понимал, что без освоения новейшей техники центр не имеет перспектив. Его любовью стал вертолет К-50 «Черная акула», прибывший в Торжок в 93-м году на войсковые испытания. Исторический день в жизни нашего центра. Сейчас наша задача подготовить летный технический состав, приступить к полетам, к исследовательским полетам. Созданный по соосной схеме К-50 обладал невиданной прежде для боевых вертолетов маневренностью. Борис Алексеевич, в принципе, это можно сказать, что это великий человек, который очень много внес в тактику применения вертолетов. Оказывается, чем меньше скорость полета, тем более машина становится более верткой в воздухе. Ставили здесь эксперименты, когда он один, уходя на малые скорости, оборонялся и успешно против двух, а то и четырех атакующих его вертолетов. Прекращение закупок военной техники в середине 90-х поставили проект К-50 перед угрозой закрытия. Но к «Черной акуле» проявили интерес иностранные заказчики. Контракт с ними давал шанс сохранить производство. Чтобы показать способности вертолета, Борис Воробьев разработал для «Акулы» сверхсложную показательную программу. Вообще уникальный, неординарный, глубоко одаренный, талантливый человек. И попросту частным его за глаза где-то даже отсутствие, говорят, просто летчик был от Бога. Ну, собирались все время, да, и, во-первых, мы смотрели за каждым полетом и уточняли там, как лучше сделать, что лучше сделать. Мы стояли, смотрели его полет. Я стоял с врачом полковым. На удивление, как-то никого больше не было. Все были заняты в полетах. Ну и когда он так раз и потянул левую воронку, вот так вот, да, я так думаю, ну золото у нас командир, да? Вот только проговорили, вроде он все время же занят. В принципе, уже законченный вывод, он уже выводит, все с остаточным креном, где-то 5 градусов, да? Ну вот у меня такое ощущение было, что вот как вот галки, так бах, галки полетели, да? Ну понятно было, что это перехлёст нижних и верхних винтов. У меня начальник училища позвонил в гостиницу, сказал, еду, значит, у вас в Торжке беда. Ну, я не думал и не подразумевал, что разбился Воробьев. Здесь... Да, малоисследованный режим. Этот режим достаточно сложен для аэродинамики соосного вертолета. Вертолет, ведь не говорит, что это плохой вертолет. Вертолет хороший. Вертолетчики говорят, что Борис Воробьев для них как Валерий Чкалов для всей авиации. Как и Чкалов, Борис Воробьев был влюблен в небо. Приходя домой после полетов, он строил в гараже автожиры. К сожалению, их судьбы похожи. Оба пилота погибли, пытаясь как можно полнее раскрыть летные качества уникальных боевых машин. Но в отличие от истребителя И-18, на котором разбился Валерий Чкалов, любимый вертолет Бориса Воробьева К-50, или, как его называют, «Черная акула», был принят на вооружение. В ближайшее время целый вертолетный полк будет укомплектован новыми машинами К-50. Однако в 90-е годы новейшие вертолеты в армию так и не поступили. Руководству страны казалось, что вертолетов и классных пилотов достаточно для участия в любом вооруженном конфликте. За недальновидность пришлось расплачиваться. В
первой чеченской кампании 1994 года войска остро нуждались в авиационной поддержке. Выяснилось, что 5 лет простоя и увольнение лучших авиационных кадров привели к страшным последствиям. Летать оказалось некому. Уровень общий упал подготовки личного состава. Учить стало негде, центры все позакрывались, все, кто живые, шли в бой. Из-за нехватки пилотов в армейских частях в бой была брошена элита, инструкторы центра в Торжке. Последние 30 лет армейская авиация, она не вылезает из этих локальных потасовок. Вот. Поэтому, конечно, центр не может стоять в стороне, он никогда не был в стороне, не будет. Вот. И мы как единое целое и составляющие всей армейской авиации, вот, естественно, принимаем участие в решении выполнения этих поставленных задач. Эта война мало походила на предыдущие. Которые воевали против нас, чеченские братья, зарубежные всякой помощи, были прекрасно вооружены, стреляли, я вам скажу, ну, лучше, чем афганцы, гораздо лучше. И тактику они знали прекрасно. То есть уже в те годы я считался достаточно виртуозным бойцом, но больших трудов стоило уворачиваться. На речке застрял наш бронетранспортер, его подбили вот посредине речки. И там внутри люди сидели, вот наши. Вот их надо было прикрыть, завесу поставить ракетную, потому что с того берега стреляли. Летаем вот здесь, вот они начинают стрелком вот сюда, вот, дальше. Вот, понял? Здесь работаем. За речкой, за речкой. Вот мы работаем, ракету строят. И сразу они начали. Пару подняли нашу. Вот я ведущий. Боже мой, без 24-ок, без брони, собственно. Начали стрелять по нам. Причем нагло, по дому вооруженным вертолетом, открыли пальбу. Ведомый кричит: ну что, уходим, по нам стреляют. И что-то так зацепило, думаю, ё-моё, мы ж такие сопки брали, а тут, неужели мы уйдем? Говорю, нифига, на боевой. И вот мы сделали 2 захода, высадили весь БК, стрельба прекратилась. В этот же день пошла туда группа разведки. И на следующий день доложили о 60 найденных на месте трупах. Во вторую чеченскую кампанию вступила уже совсем иная винтокрылая авиация. 344-й центр возродил систему эстафета. На Северный Кавказ начали прибывать только хорошо подготовленные летчики. Секрет. 4 февраля 2000 года. Хангала. Командующему объединенной группировкой войск на Северном Кавказе генерал-лейтенанту Геннадию Трошину. Докладываю. Операция «Охота на волков» по штурму Грозного успешно завершена. Согласно сведениям разведки, лишь небольшой группе боевиков удалось прорваться через кольцо окружения. Командующий штурмовой группировкой генерал-майор Владимир Булгаков. Остатки банд, бежавших в горы, перешли к тактике ночных диверсий. Перед армейской авиацией вновь стала проблема ночного применения вертолетов. Из Торжка на Северный Кавказ прибыли предсерийные образцы Ми-28Н и К-50, оснащенные системами ночного видения. Первое применение вертолета показали, дали эффективность вскрытие до 150 целей. Понимаете? До 150 целей каждым экипажем ночью. Они же не предполагали тоже. Уходили боевики, зеленки, гнуды, ну, костры и прочее, в открытую. Эти все бандформирования, находясь, их бери. Инфракрасные, лазерные и телевизионные системы позволяют пилоту наблюдать поле боя даже лучше, чем днем. Самые последние разработки – это совмещение всех этих 3 каналов в единое целое. Это вот, есть у нас такие изделия, как ГОЭС, которые вообще позволяют получить практически в ночных условиях картинку черно-белого телевидения. Сегодня десятки пилотов повышают уровень своего мастерства в Торжке. Разворачиваемся. Пошли на разгон. Выводим. Левая восходящая спираль. Этот элемент подготовки полета называется пеший полетному. Отрабатывается место в боевом строю, маневры в воздухе. Пошли на снижение.
высота 5 метров. 5 метров. С новичком взлетает инструктор. Сменяются обучаемые экипажи. Недавно в центре установили тренажер виртуального пространства полета. В российской армии еще не было ничего подобного по степени приближенности к реальным условиям. Даже иной раз переживаю больше, летая, потому что молодой летчик, он еще более не так влетан и так далее. Я же знаю, что любая ошибка, любая ситуация приведет к непоправимости. И поэтому подсознательно я уже реагирую. И иной раз не хочется вмешиваться, а нервы-то они не железные, поэтому приходится переживать, и выходишь уставший больше, чем молодой пилот оттуда. Тренажер полностью имитирует ветер, облака, отказы систем. Может воспроизводить полосу и рельеф большинства аэродромов мира. В планах центра создать новую версию программы, имитирующую воздушный бой. В 2004 году небывалый лесной пожар в Курганской области грозил гибелью 13 городам и поселкам. Вертолеты МЧС быстро устранили угрозу. Командовал операцией начальник авиации МЧС Рафаиль Закиров. В прошлом один из лучших методистов центра боевого применения. В стенах нашего центра за его, по сути дела, почти 30-летним прошло подготовку более 18 тысяч офицеров. В 2004 году Пентагон заявил о прекращении программы создания вертолета пятого поколения «Команч», стоившую 60 миллиардов долларов. Военные аналитики заговорили о кризисе боевых вертолетов. Однако через два года Конгресс США утвердил программу закупки почти 500 боевых вертолетов различных типов. Вертолет – это, наверное, основное мобильное средство вооруженной борьбы сухопутных войск. Вот. И даже возьму на себя смелость сказать, что до конца возможности по его применению, они еще не исследованы, не освоены. Вертолет превратился в неотъемлемый вид вооружения сухопутных войск, как артиллерия и танки. Особо возросла его роль в ночных боях и уничтожении небольших групп противников. В российской армии износ вертолетного парка достиг 70%. Будущих вертолетчиков готовит всего одно военное училище. В тайном трактате по искусству меча самурайского клана Ягю говорится, есть сотни приемов боя, но все они служат одной цели – победить. Там, где появлялись пилоты центра боевого применения, им всегда сопутствовала победа. В соответствии с программой вооружения, до 2015 года для российской армии будут закуплены сотни новых боевых вертолетов. А это значит, что на ближайшие десятилетия у асов из 344-го центра есть работа – научить экипажи винтокрылых машин всегда побеждать.